Всем привет! Сегодня поделюсь своим опытом, как прокачивать тормозную систему, как проверять, есть ли необходимость менять ее объемы. Сейчас я вам расскажу. Так, смотрите, это бачок, он доступен. Снимайте защиту, открывайте. Есть тестер такой. Сейчас посмотрим. Вот я его включил. Так, жидкость у меня 1. Бегает туда-сюда. Вот 1. То есть как бы норма. Вот видите, то есть если будет 3-4, то уже критично необходимо менять. То есть вот, сработало точно. Вот так вот он в стандартном положении, то есть зеленое все. Так, жидкость, смотрите, по объему жидкость здесь 0,5 500 миллилитров я использую. Этот суппорт последний я прокачиваю. Желательно прокачивать с двух штуцеров. Один и второй откручивать вот таким вот образом. Но не критично, можно и вот эти вот ток крайние прокачивать. Так, смотрите, очередность какая. По очередности начинаем прокачивать с заднего правого колеса. Вот когда его прокачали, переходим на заднее левое колесо. Прокачиваем его и переходим на переднее правое колесо. Вот когда его прокачали, прокачиваем последнее колесо, переднее левое. Здесь у меня ключ на 11 лежит. Откручиваем все штуцера, и в принципе вот у меня жидкость уже слитая. Я вам показываю, 2 года назад я прокачивал, то есть цвет она желтая и есть, то есть новая жидкость, вот она в бачке желтая. Бутылки не видно, уже я слил, но она желтая. То есть так, жидкость вот такую я использую, достаточно хорошая. Для турбовых DOT 5 берите, там другая жидкость идет. Да, номер для заказа именно вот этой жидкости. Вот он здесь сбоку, то есть выглядит это вот так вот. Так, артикул 95002400. Номер для заказа в интернет-магазинах этой тормозной жидкости я скину в описание к данному видео, смотрите там. Можете заказывать. Итак, по прокачке. Машина не заведенная, клемма у нее скинутая, ключи в замке зажигания, высунуть я их не могу. Педаль тормоза берем и прокачиваем, нажимаем на нее, то есть как бы выглядит это вот таким вот образом. И в этот момент вот шланг слетел у меня, да, сейчас поправлю. И в этот момент смотрите, чтобы уровень в бачке жидкости, то есть сильно не падал, и вообще как бы по максимуму он должен быть по метке. Сейчас я вот налью, я вам покажу, как необходимо делать. Так, сейчас воздух выйдет, то есть лейте вот так вот жидкость и держите в пределах нормы. Вот здесь вот уровень есть, то есть по вот эту вот отметку, то есть она чуть-чуть спустится и будет как бы норма. Я этот суппорт прокачаю. Этот прибор определяет содержание влаги в тормозной жидкости. То есть по факту то, что я вам показывал, тормозную жидкость не было необходимости менять.
Но так как я уже привык ее менять через каждые 2 года и постоянно у меня залита именно эта тормозная жидкость, я меняю ее каждые 2 года. Заливаю в круг 2 литра и 2 литрами этой тормозной жидкости я все прокачиваю полностью всю тормозную систему. Также отмечу тот факт, что если вы будете использовать некачественную тормозную жидкость, вы заметите, что машина тормозить будет хуже. Также смотрите, если у вас плохо подобранная тормозная система, к примеру, колодки с дисками, это тоже будет играть большую роль. Также содержание влаги тормозной жидкости может привести к тому, что у вас сгниют со временем тормозные трубки и вам придется все менять. Данная тормозная жидкость, что представлена на видео, это не реклама, это я использую ее и я с вами поделился. Если вам это видео было полезно, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем пока!